Добро пожаловать в челлендж по дураку онлайн. Сегодня я буду играть в онлайн дурака на Logic Games. И я буду играть игры на рейтинг. У меня пока что рейтинг маленький, 1585. Ну, стандартный 1600. Я проиграл пару игр, пока тестировал сайт. Мы будем играть подкидного дурака на 36 карт. И главное, я буду вешать погоны. Сначала шестерки, потом семерки. И, надеюсь, дойдем до тузов. То есть я буду намеренно вешать погоны. Задача не выиграть. Просто победа, просто выйти — это фигня в дураке. Настоящая игра в дурака начинается, когда ты вешаешь погоны. То есть нужно последние две карты сходить под противника шестерками, парными шестерками, семерками, восьмерками и так далее. По очереди. Сначала шестерки и так далее. Поэтому вот чего мы будем сегодня делать. Ну и поехали. Именно такая цель. Не просто выигрывать. Потому что выиграть в дурака может любой. Повесить погоны — это мастерство. Я был, конечно, может, не чемпионом нашей бытовки настройки в дурака, но я неплохо играл. Я подбираю нам равного соперника, Я нажал кнопку подбора, я ее сейчас закрываю, эту кнопку, но она тут есть, верьте мне. Нажал кнопку подобрать равного по рейтингу соперника. Таких нубов, видимо, нет. О, мы играем с гостем, отлично. Так, наш ход. У нас 30 секунд на ход, козырь буби. У нас есть десятка королева, это хорошо. Так, я схожу с восьмерки, как ни странно, а не с шестерки. А, хотя нет, давайте с семерки сходим. Восьмерка, отлично, восьмерка крестовая, держи. Ой, не покрыться, крестей-то нет. Так, шестерку мы не ходим, шестерку нужно оставлять. Я могу десятку крестовую сразу ему кинуть, и он возьмет. Но давайте десятку червовую, посмотрим, что у него по червям есть еще. Туз есть, отлично, ну на тебе десятку крестовую еще. Все, крестей-то нет, подкидывать не будем. Ну и все, крести кончились, но у меня есть еще две десяточки, так что девятку. Посмотрим, какие пики. Дама. Подкидывать мы не будем. Так. Семерка крестовая на туза. Если ты хочешь мне подкинуть туза, я буду благодарен. Кстати, две шестерки у меня уже есть. Ну, десяткой крыться мне нельзя здесь. Я покроюсь дамой козырной. Если пойдет в отбой, пойдет в отбой. Туза подкидывается, но десяткой мне крыться нельзя. Берем. Потому что у него все там десятки. Я ему сам их надавал. Снова на туза. Давай. Еще на туза, у меня два туза есть. Ты же сам мне туза червового-то дал. Ну, чувак, давай. На тебе семерку, на 10. Да. С червовую. А у меня еще пиковая десятка есть. Как тебе такая вечеринка? А у меня еще есть десятка козырная, чувак. Я могу не подкидывать ему, но я думаю, что надо валить его. Будем ему закидывать швалью его просто фигней полной. Правда, козырей все равно нет. Фигово. Есть две шестерки. Это хорошо. Окей, вольты. Пошли. Там все козыри. Все козыри сейчас в доборе. 14 карт. Ну, покрылся он. Понятно. Я не вытащил ни одного козыря. Жесть. Окей, на вольта. Сейчас будет жесть. На даму. Наверное, мы сейчас возьмем. На короля. Даму на даму. О, мы покрылись. Я вытащил козырного туза. Окей, мы близки к паре шестерок. Давай 7. 7 на 9, нет. Ну, семерка козырная у нас. 7 на 7. Пу. 7 на туза я не дам. Я не дам ему козырей. Он сейчас набирает всех козырей. Там король, дама, наверное, вся фигня. Надо крыться семеркой. Я думаю, что мы нифига ему не повесим. Он только что вытащил полную руку козырей. У него там валет, дама. Ну, попробуем его в ловушку поймать. Я не думаю, что это получится, ну ладно. Семерку, 7 на 9. Восьмерку козырную, если он бросит. Но там все козыри. Просто жесть. Король на шестерку. Шестерку, да. Он тоже держал шестерки. Жучара. У него там дама валет козырная. Ой, король валет. Да. Ну, ладно. Предлагает он нам партию с ним еще сыграть, но я откажусь. Я буду играть с разными противниками. Хотя, может быть.
Ладно, давайте нового соперника равного подберем. Немножко не повезло. Козыри пики. Так, он ходит, но у нас есть король и валет сразу. Это хорошо, ну а все остальное тупо крести. Вообще ничего нет. Тоже куча крестей. О, шестерочка? Конечно, возьмем. Шестерку давай, еще одну давай. Девятка. Вот девятка не нужна. Давайте вальтом крыться. Девятка не нужна, но хочу ли отдавать козырного короля? Нет. Жадность. Хотя, наверное, надо будет отдать его. По-моему, мы останемся сейчас. Посмотрим, что у него есть. 8. Ну, либо это план. Может, у него план, может, у него девятки есть. Я покроюсь девяткой. Все-таки вальты у меня парные. Окей, это не было ловушкой. Ну и сейчас нужно ходить с парных. То есть, если я сейчас схожу с одной восьмерки, скорее всего, нам капец. Я буду ходить с вальтов. Валет на 8, отлично, на тебе восьмерку крестовую. Ой, на десятку, а вот еще у меня валет есть. Дама, я тебе могу козырного вальта дать. Я такой плохой парень? Настолько ли я плохой парень? Да. Держи. Чувствую себя грязным. Ну и семерки тогда. Оставить семерку козырного короля. Семерка тебе еще зайдет, отлично. На даму. Ну знаешь что, а давай-ка своего козырного вальта. Взял? Вау. Ну, ладно. Ладно, хорошо. Значит, согласен. Окей, на тебе девятку. Ну, теперь-то у него там уже есть чем покрыться. Ну, еще дама у меня тоже завалялась крестовая. У тебя там козырей полно, чувак. Кройся чем-нибудь. Все, на 7 покрылся он. Ну, и теперь будем мы получать на короля. Вальтов у него там просто уйма. У него там так много вальтов. Знаешь что? На короля. Окей. Все, я хотел, чтобы он мне короля подкинул, а не вальта. Поэтому вальтом не стал крыться. Король. И вот теперь мы отбились. Окей. Шестерок у нас все еще нет. Ну и колода еще большая. Ладно, тут надо с семерок ходить. Вариантов нет. И у него червей у него нет. Десятку крыт. Оп-оп-оп, червей-то нет, чувак. На вальта. А у него девятка была еще. А, черви все у меня, потому что червей нет. Потому что не буду я козырного короля отдавать. Капец. Я пол колоды прокрутил и не нашел. Окей, откроемся на короля. Я пол колоды прокрутил, козырей не нашел. Ну, червей у тебя там нет, говоришь. На тебе десятку червовую. Туз появился, а? По тузам, если? Вот валет наш козырный. Окей, у нас есть две шестерки, правда, с козырной. Надо крыть. Я оставлю себе с козырной. У него туз. Очень плохо. Так, ладно. В общем, план такой. У нас шестерок три, но шестеркой козырной можно крыться. В принципе, неплохо, но у него туз, к сожалению. Окей, 6 на 10. Можно шестерку козырную подкинуть, но что я после этого буду делать, я не знаю. Мне нужно сейчас покрыть три карты и сходить под него шестерками. Чувак, ходи с трех. Не ошибешься. С вальтов. Ну, ладно, на 6. Даму козырную. На туза, нету. Если у него нет парных, мы выиграли. Ходи с одной, не ошибешься. Ой, первые погоды есть. Не, погоды-то не кроются, чувак. Первые погоды пошли, шестерки были повешены. Отлично, отлично. Окей, первый пункт выполнил. В идеале надо дойти до тузов, но шестерки тоже неплохо. Следующие семерки. Теперь шестерки нас не интересуют, нам нужны семерки. Ну, в реальной ситуации в бытовке ты будешь навешивать одному и тому же человеку. То есть, когда ты играешь в реале, да, шестерки нам уже не нужны, чувак. И, кстати, у нас козыри нет. Спасибо за козырную шестерку. Я не знаю, что он это сделал, но вот семерки нам нужны. А семерку надо брать. В реальности ты навешиваешь каждому человеку отдельные погоны. То есть у каждого свои погоны.
но в онлайн режиме такое не получится, поэтому его зовут никогда не сдамс. Ну, сейчас посмотрим. Нам и не нужно, чтобы ты сдавался, чувак. Нам нужно, чтобы ты погоны получил. Окей, семерки нам нужны, десятки нет. И козырь у нас крести. А найди тут обратно твою козырную шестерку. Ты мне ее дал, ты ее и забирай. На короля? На тебе короля. У него козырный король был. Я мог сейчас выпустить козырного короля, но, по-моему, я хочу ему швали накидать. Ну и к тому же, вот семерки, отлично. Правда, теперь ходить не с чего, но... У нас есть козырная семерка, у нас есть пара тузов. В принципе, норм. Ну вот, правда, шестерки — это проблема. Придется скрыться козырной. А шестерка козырная у него есть. Поэтому я ставлю у себя шестерку пиковую. Если он покроется козырной, я ее подкину. Ну, пока что, конечно, не радужная ситуация. Крыться нечем. Сейчас я со своими семерками сам себе их повешу, эти погоны. Окей, на туза нам нельзя оставлять карты. Ну, все еще шестерка козырная. Стоп, или нету шестерки козырной? Нет, у него должна быть шестерка козырная, чуваки. Я уверен в этом. Окей, давайте на 8. Ага, вот восьмерка козырная. А 8 на 8? Блин, и козыри не идут и не идут в руку. Ну... Все еще жду шестерку козырную. Десятка бубновая. А, отлично, туз. Шестерку козырную, давай, чувак, сделай это. Отбрось страх. Может, она вышла, я туплю? Вышла или нет? Я схожу с ума? Можно посмотреть отбой? А, вот она. Я знал, что она там есть. Держи. Ну, даму козырную. Король вышел, то есть дама сейчас второй старший козырь. Но я не отдам даму козырную. Король вышел, дама второй старший козырь. Плюс она у меня теперь парная еще. Так. Ну, даму кроемся. Валет бубновый у нас. Окей, нужно ходить, я думаю, с десяток. Хотя десятка козырная в конце лежит. Был смысл оставить десятку, чтобы в пару... козырной десятки на открытой. А, вот валет. Окей, у нас два вторых старших козыря. Ну, и туз у него. Так что нужно играть аккуратно. Давайте девятку. Девять на короля. Отлично. Девять на... В общем, в идеале он мне сейчас подкидывает три карты, я кроюсь, и так не получится, да? У меня карт больше. Давайте на... Вольта. Но здесь вариантов у меня не особо много. Десятку на туза. И беспарных, чувак. Давай, сходи одной. Спасибо. Держи семерочки. Есть! Вторая. Вторая партия погон пошла. Окей, семерки. У нас есть родовые. У нас есть... Я не разбираюсь в этих в званиях, но семерки уже были повешены. Отлично. Рейтинга дополнительного нам не дают, но... Следующий. Кто еще? Теперь восьмерки. Время восьмерок пробил. Час. Хорошо. Не растерял я свои навыки игра. Следующие погоны давай восьмерками. Ну да, так оно так и делается. Шестерки, семерки, восьмерки. И по очереди... Окей, так, теперь восьмерки. Семерки уже не актуальны, шестерки тоже. До свидания, мелочь, уйдите. У нас новые друзья. Пики козыри, девятка у нас есть. Чувак думает, гость. Заходи, гостем будешь. Так, десятка мне не нужна. Хотя можно было десятку взять. Я думаю, правильно я сделал, что отбился. И не буду я с шестерки ходить. Буду с семерок ходить, с парных. Они не очень актуальны. И если что, я могу дать козырную. Вау. Ну, короли, вальты. Не отдам козырную. Пойдет. Стоп, восьмерки я выпустил. Я восьмерки выпустил. О, нет, мисплеи были сделаны. Я тупанул. Это случается. Если я выпустил восьмерки, это проблема. Вот восьмерка.
Блин, нельзя выпускать из игры восьмерку, чувак. По-моему, восьмерки вышли. Мисплеи были сделаны. Хотя, может, и не были сделаны. Дама. Ну, берем даму в пару к моей даме. Отлично, три дамы, очень хорошо. Восьмерка, надо брать. Две восьмерки, отлично. Восьмерки у нас есть, осталось только реализовать их. Но у нас четыре дамы. Валет. Так, у него козырный туз, козырный король. Это плохо. То есть тузом крыться сейчас фигня. Но даму надо одну отдавать, да? Ну, там две дамы надо отдавать. Там туз козырный, там десятка козырная. Окей. Давайте сделаем так. Дама. Если что, козырную. Дама на 6. Вот она, шестерка. Дама. Он взял. Окей. Ну, плохо, что он взял. Очень плохо. Останемся мы со своими восьмерками. Да. У него там три туза. Или два. Что-то такое. Три. Два, два. И одна шестерка. Ну, погонов не получили. Ладно, еще раз. Можно было перейти сразу к дамам, да, окей. Он ходит, нам нужны восьмерки. Козырь черви, окей, у нас туз дама. Это очень хороший старт. Главное сейчас выдержать атаку первую. И слить вот эти две семерки. Чувак, я не дам туза козырного, я покроюсь дамой. Не могу я отдавать туза, и нужно ходить с парных сейчас. Семерки. Семерка. Пиковая, как у тебя пики в наличии имеются? А что насчет буби? Буби еще есть, только что королем покрылся. Наверное, нет, а? Окей, черви, козыри. Запоминаем. Ну, теперь я отдам две шестерки. Это он покроет. И одну восьмерку мы получили. Это ему есть чем крыть. Семеркой. Ну, разбили ему семерок. Тоже хорошо. Окей, одна восьмерка есть. Семерка. Семерки не нужны. Семерка на даму. Так, восьмерку оставляем, это все козыри. Ну, десятку крестовую, чё? А, моя восьмерка. Нельзя, нельзя отдавать. И у нас много козырей. Мелкие козыри, ну, козыри. Давайте на 6. А, на 7. Окей, снова кресте. Крест, крестовую. Девятку. Вау, у него крестей нету. Окей, у нас есть восьмерки. Ну, чувак, если у тебя нет крестей. Хотя мне мои крести тоже. Мне мой валет нужен будет, чтобы крыть то, что я ему только что сам отдал. Но с другой стороны, нет крестей. Значит, нет крестей. Дама у него была. А, он не хотел разбивать. Окей. Очень интересно. Восьмерка, еще одна. Ну, третья восьмерка нам не нужна. И у нас только туз козырный. С козырей. Фигово. Очень фигово. Не могу я туза козырного отдавать. А у него все остальные козыри. Хотя много-много козырей вышло. Не так много, как хотелось бы. Ах. Да, катастрофа. Я думаю, что мы остались. Предложить ничью. Король. Король на туза. Да, крыться нечем. Да нет, там просто карты пушка. Там мы. Сколько у тебя тузов-то там нет у тебя? Ну, у тебя что, король валет, что ли? Ну, я буду ходить с вальтов, наверное. Да, вот там король валет, чё хоть. Нам карты показывать. Эх,
минус 15 рейтинга. Ну, по рейтингу мы пока не взлетаем вверх. Ну, восьмерки все равно. Уже у нас шестерки-семерки повесили. Окей. Наш ход. Черви-козыри. Окей. Держите семерку. Семерок мы не купим. Шесть. Шестерки тоже не интересуют в данный момент. Спасибо. Хо-хо-хо. Много у нас козырей. Окей, восьмерки, 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 восьмерки. Помним про восьмерки. Всегда думай о восьмерках. На короля. Козырную десятку я не отдам тебе. Шесть. Шесть на туза. Самый легкий бой в моей жизни. Давай тузов. Спасибо. Туз на шесть. Ну и последняя шестерка. Че уж она осталась лишняя. Окей, 8 на вольта, 8 на... 8 на 8 я хотел бы сказать, но 8 нету. 8 на 9. 9. 9 на короля. Я отдам короля, не даму. Если уж подкидывал, то пускай подкидывает королей. О мой бог, у него было все. Но он нам дал восьмерки. Так что, в принципе, все хорошо. Мы выпросили у него больших карт, хороших, красивых. А эта восьмерка уже лишняя. На 9. И теперь наш ход. Время пришло. Так, чувак. Держи-ка ты одну несчастную семерочку. Найти девятку козырную. Почему нет? И валет у меня тоже есть. И дама у меня тоже есть. Прикинь, у меня все это есть. Оп, он отбился, ага. Ну, мы влетели. Там опять все козыри. Просто все. У него вообще все козыри. Ну, похоже, что да. Попробуем. Может, он сейчас фигни сходит, я покроюсь. Но вряд ли. Чувак. Ничья, это не ничья, это погоды. Погоны не кроются. Восьмерки. Миссия выполнена. Следующий. Кто еще? О, хорош. В итоге смысл был, что... Так, теперь девятки нужны, блин. Слишком быстро апаем уровень. Окей, шестерки, крестовой ходим. В итоге он... Ну, потому что одна карта была. Он сходил с непарной. И, ну, хотя у него парных и не было. Ему надо было козырями меня валить, наверное. Так, восьмерки не актуальны. Нам нужны девятки. И похоже, что у него нет козырей. Ну, даму козырную ему не дам. Следим за девятками. Девятки, девятки, девятки. Думай о девятках. Думай, как девятка. Так, две шестерки. Шесть на шесть, шесть на туза. Туз на восемь. Девятка. Окей, есть козырная девятка. Это хорошо. Давайте семь. Семерка бубновая нам не нужна. 7 на 9. Это девятка, чувак. Ладно, это одна. Еще две остались. Еще три в колоде остались. Я не могу крыться девяткой. Мне надо крыться дамой. Я не могу крыться девяткой. Нельзя. 10. Опять ты меня хочешь, чтобы я девяткой покрылся. На даму. Ну, ладно. Короче, полный трэш в руке. Надо ходить с вольтов. Попробовать выманить у него тузы, королей. Он берет? Держи, чувак. Если берешь, то держи. Нам нужно набрать сейчас нормальные карты. Ну, это на вольтов будет, но мне нужны карты из колоды. Это плохие карты из колоды. О, обмастил! 7 крестовая, 7 пиковая. Пики, пика съела человека. И опять девятка выходит. Окей, осталась одна девятка в колоде еще. Кроме моей козырной. 6 на короля. И она у него. Если я не туплю. У меня нет вариантов, кроме как ходить с восьмерок.
девятка, вот она, крестовая девятка. Единственный шанс ее вытащить, это сходить под него козырем, чтобы он взял, но девятки вышли. Не пришли нам девятки, он с них не ходил. Ладно, попробуем просто выиграть. Король на короля, у меня две дамы. Чувак, покроешь? Покрыл. Два козыря у него. Ничья. Сыграть с этим соперником еще раз? Давайте. Гость, мы тебе отомстим. Я тебе все-таки... О, девятка, отлично. Там есть девятка. И у меня одна девятка в руке. Окей, девятки нам гарантированы. Прекрасно. Козырь Буби. Так, девяток оставляем. Нужно ходить с вальтов. Валет крестовый. Крест фиговый. Не, не работает. Окей, много козырей. Все козыри. Дама на короля. Нет, козырного короля я тебе не дам. Все, у нас есть две девятки. Отлично. Значит, девятку козырную можно, если что, использовать по назначению. Ну и сейчас будем ходить с тузов. О, 6. 6 на 10, чувак. На тебе шестерку тоже. Окей. Мастил под туза. Отлично. Ну и что это такое? Что это такое? 6 на 7, блин. Ладно, дама, король есть, это хорошо. А, давайте королей попробуем попросить. Давай дам попробуем попросить. Берем. Это чисто я крылся для того, чтобы выпросить большие карты. Я, правда, светанул свои козыри, но кому же легко. Окей, девятками нельзя крыться. А, 8 на 10, отлично. Ну и три карты остались в доборе. И он ходит. Он, наверное, сейчас заберет козыря. Да. Он знает, что у меня король-дама козырная, но... Поэтому ходит вальтом. Но я могу покрыться королем. Он... Че, у тебя еще и дама есть? Дамы-то не выходили практически. Да? У него дамы там. Поэтому он так смело подкидывал вальта. Ну ладно, давай попробуем. У него девятка козырная. У меня три девятки, то есть одна лишняя. 10. Валет. Так, я точно знаю, что у него есть дамы и туз козырный. Может сходить с двух вальтов. И у него точно девятка козырная. Давайте валет пиковый. На 9. Теперь девятка пиковая. Вперед! На тебе вальта до компании. Ну и остается только ходить с короля и... Если он сходит с двух... Блин, там дамы, да? На короля. У него там точно дамы. Я же не тупой. Дамы не выходили вообще. По-моему, надо брать. Или у меня просто они в ризма, и там нифига дам нету. На короля. Ну, проиграли мы. Это у него туз? Нет? Когда вышел козырный туз? У него был козырный туз, почему он не покрылся? Окей, девятки готовы. Отлично. Соперник отказался от новой игры. Зря. Че десятки мог бы получить. Отлично. Он не думал, что у меня девятки.
он не думал, что он у меня девятки, он думал, что я ему туза припас. Ну, потому что с какого фига мне в онлайн-игре девятки хранить? Он не знал, что у меня парные девятки, он, короче, думал, что я держу туза, поэтому он взял. И он надеялся, что у меня не будет парных двух в конце. Следующий. Ну, игра называется «Дурак». Дурак рандом челлендж. Ну, не рандом. Так. Нам нужны десятки теперь. Шестерка. 2 из 6. Ну, по-простому сыграем. 6 на 7? Нет. Окей, бита. Козыри, черви, козырей вообще нет. Вау. Так, следим за десятками. Окей, на 9. Отлично. У меня восьмерки парные. Держите восьмерку крестовую. 8 на 8. Классика. 6 на туза. Классика. И у нас появилась дама козырная. Очень хорошо. Так, семерки нам не нужны. Тем более бубновые. Бубны плохая масть. Слишком квадратная. 10. Я возьму, пожалуй. Десяточку-то. Самое время для десяток. Берем. У него, видимо, есть десятка козырная, потому что он думал, подкидывать или нет. Вот вольта мы покроем. А здесь... Надо с вольта ходить. У меня хотя бы будут буби и пики для отбоя. Или я подкину короля своего. Почему нет? Хотя карты хорошие, но нужны козыри. Надо козыри набирать. Окей. Теперь у меня все буби. Как я говорил, буби плохая масть, слишком квадратная. Валет на туза. Изи. И у меня нас дама-король. Прекрасно. Давайте даму бубновую. Что ты имеешь сказать? Не-не-не, ничего подкидывать мы тебе не будем, чувак. Знаете, шестерку кройся дамой, будь счастлив. Я пошутил насчет будь счастлив, знаете, даму козырную. Ищем туза, в общем, если коротко. Так, десятку я подкидываю ему. Ну, это лишняя десятка. Десятку я подкидывал, чтобы он не под даму пиковую. И он от... Вот козырная десятка, про которую я говорил. И он ее отдал, и туза козырного мы нашли. Отлично. Так. Теперь мне нельзя крыться десяткой. К сожалению. Ну и девятку брать очень не хочется. Попробую попросить королей. В принципе, ничего страшного, если я короля козырного сейчас отдам. Он королей решил не давать, но мне нужно было избавиться от вот этой семерки. Она мешается просто жесть. И вытащили мы восьмерку, что очень плохо. А, нормально, потому что как раз мастил. А вот это не вмастил. Где ты вытащил эту козырную шестерку-то, чувак? Что за жесть? Похоже, что мне нужно... Не надо пищать, я вижу. У меня еще 10 секунд есть. Похоже, что мне нужно брать. Да, мне нужно брать, нельзя туза козырного отдавать. Дама на туза. Дама козырная на туза. Все-таки отдал я козырного туза. Ну и здесь сейчас все будет очень плохо. Пробую я сходить с шестерки козырной. И там козырь? А, ну там козырь. Ну, там... Были все козыри. Ладно. Не удалось десятки с первой попытки. Ну и ничего. Еще раз. Окей. У нас крести козыри. Козыри у нас нет. Он ходит с девятки. Нам нужна десятка. Так. Я могу сходить с семерок с парных. Это, наверное, логичное решение. Выманили козыря, шестерочку, хорошо. 9 на даму, изи. Дама на туза, изи. Еще? У вас еще что-то есть? У вас туз есть? Как насчет на 9? Повесим десятки, пойдем ролить? Ну, сейчас посмотрим по времени. Так. Десятка у меня одна есть. Карты полная фигня. Отдам ему шестерку. Карты очень хорошие.
Я перепутал карты, просто пушка. 6 на даму, чтобы у меня были парные 3 восьмерки. Офигеть. Забирай все 3 до комплекта. И король у нас есть, отлично. Я аж закашлялся. Держи тебе вольта червового на короля. Король и козырный у нас есть, но давайте его тебе не буду, чувак. Окей, у нас десятка, король, туз, козырные. Десятку берем. Теперь можно крыться козырной десяткой после того, как мы взяли обычную. Валет на туза, хотя туз был бы парный, но... Ходим с козырей. Сидорочка. Как такая вечеринка. О, девятка, отлично. Есть хоть с чего сходить. Так, ну и сейчас надо крыться, надо попробовать восьмерку утащить козырную. Король, давайте на 10, короля не отдам пока. Там дама у него. И десятки у нас, ну, вариантов немного. Мне только делать вот так, и дальше я буду крыться. Восьмерку, восьмерок в игре больше нет, так что восьмерка. Восьмерка на короля. Восьмерка на туза. 4! У него были 4 восьмерки. О нет, он победил меня восьмерками, которые я ему же и отдал. А, мы так близки были. Окей, давай новую игру с тем же соперником. Не хочет. Блин. Я не думал, что у него козырная восьмерка еще есть. Забыл, не посчитал. Мисплей были сделаны. Окей, крестик, козыри. Нам уже десятки есть, отлично. Входим с шестерок. Десятки сразу в наличии есть. Козырей нет, ну ладно. Решим этот вопрос в процессе. Такая хорошая рука была. 4 восьмерками завалил. Жесть. Ладно, 6. А давай на даму. Опять же, просим больших вначале. Окей, 8, лишняя. Берите ее, пожалуйста. 8 на 9. А, вот шестерка козырная, окей. Давай, чувак, на вольта. Давай вольтов. Я буду крыть, кстати. На туза. Туз на 6. Оп, красота. А, вот и туз козырный, отлично. Так, семерку. Еще раз по бубям. Сколько у тебя там бубей в запасе? О, девяточка есть, так у меня тоже есть. Пиковая, красивая. А, король? Блин, а прикинь, что у меня есть, чувак. У меня король есть, держи. О, козырного короля выбери. Отлично. Просто пушка, окей. 6 на 8, 48. 8 на 10, 210. Десятку я козырную отдал. Не хотел я вот мелочь набирать. Ну и давайте снова девяточка. Червовая. Не-не-не, десятку мы не даем. Окей, у нас семерка и туз козырный. У него все козыри. Включая даму козырную. Окей, 7 на 7. Надо, наверное, крыться 7 на 7. Ну и, блин, и валет у него, по-моему, козырный. Дама, фигово. Окей, валет, давайте попробуем. На даму, дама. На вальта. Или бери, бери, чувак. Не стал брать. Окей, есть ли у тебя парные? Если есть парные, мы проиграли. Если парных нет, кому-то повесили десятки, чувак. Валет и дама. Но погоны не кроются. Так что поздравляю с десятками, ты генерал-лейтенант. Отлично. Ну, десятки повешены. Как у нас спидран по вешению тузов? Сколько мы играем в дурака? Я что-то не засек. Может, мы до тузов дойдем? Может, и дойдем. Осталось немного. Погнали. Окей, знаете что? Делаем ставку.
Давайте так. Время до 6 вечера. То есть у нас 50 минут. Повесим ли мы сегодня тузов? Делаем ставку. За 50 минут. Итак, срок прогноза 5 минут. Делайте ваши ставки. Сможем ли мы дойти до тузов сегодня? Ну, раз мы играем в карты, как же карты без ставок-то? Верующие, ваше здоровье. Ой, мой ход. А, я разлил воду. Черви-козыри, мне нужны вольты. Входи с шестерок. 6 на 9. 9 козырную не отдам. Окей, нам нужны вольты. Вольты, 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 вольты. Валет у меня есть. Вольта не надо отдавать. А одного можно отдать, наверное. Два надо брать. Окей, два вольта в наличии. 10 вольты, дамы, короли, тузы остались. Окей, девятка на вольта мне не нравится. Давай 9 на 9 покроемся. Вот. И, конечно, рука полная фигни всякой. Ну, шестерка. 6 на 10. 6 на 9. Окей. Семерка крестовая или восьмерка бубновая нам заход нужен. Я думаю, семерка крестовая. А вдруг он восьмеркой крестовой покроется? Не сложилось? Ну ладно. Ну, главное, что вольты есть. Король. Берем. В комплект козырному пойдет. 7 на 8. 48. Окей, десятка пошла. Нам уже актуальный вольт. 10 на туза, ага. На тебе туза, чувак. У меня тузов, знаешь, сколько много? Один. Я тебе его отдал. Окей, у нас 3 вольта. Король? Окей, ладно, король. Дама. Дама хорошая карта, берем. Большая, красивая, пиковая. Король, надо брать. Комплект. Почему нет? Туз! Тузы хорошие карты. Тузов надо брать. Восьмерка. Восьмерок не надо брать. Восьмерок не берем. Окей, что лишнее? Дама. У нас все вольты. Жесть. А, ладно. Окей, семерка лишняя. Чувак, у тебя там только козыри, да? У него так много козырей. Восьмерка. Окей, нужно сейчас покрыться лишним вольтом. Вольта козырного дашь? Не дает. Жадный? Не дает козырного вольта. Окей, у него валет козырный, дама козырная, туз козырный. Ну и, кстати, в принципе, для нас неплохо. А, я думаю, что я схожу, наверное, здесь с вольтов все-таки. А, с каких вольтов мисплей был сделан? Мне же вольтов вешать надо. О, нет. Окей, это чистый мисплей был. Чистейшей воды мисплей еще. Ошибки были сделаны. И, ну, у него там два козыря. Я думаю, мы все равно бы его нифига не повесили. Но... Да, там дама туз. Там дама туз, поэтому ладно. Давай еще раз с тобой, чувак. Гость, давай сыграем. Не хочет играть. Ну, с вольтами все равно я, мне кажется, вряд ли их вешу. Окей, буби, козыри. Следующая партия пошла. Ход соперника. Шестерка крестовая. Давай, знаешь что, 6 на даму. Как тебе такая вечеринка? О, 3 туза. Отлично. Окей, 8, валет пиковый. А вольтов оставляем. Помним об этом. Шестерка опять. Ну окей, теперь на 6 на туза. Десятки не актуальны. Ходим с десяткой, ходим по одной, не по две. Опа, а червовая-то есть? Как сказать. Окей, 8 на... Валет нам нужен, значит 8 на короля. 8 на... Можно на 8 покрыться, но... Знаешь что, давай на туза, пофиг. Если хочешь дать туза, давай. У него туз козырный. Он долго думал слишком.
Ладно, будем знать на будущее. 10. Крестовая. Крести. Дураки на месте. Вальты есть. Отлично. Еще один валет. Лишний валет. Этот мне нужен. А, туз козырный у нас. Окей, у него обычный туз. Держи-ка. Держи-ка. Короля-ка. Семерочка обычная пришла. И на туза. Еще девятка. Ну, вальтом я не буду крыться. Можно тузом покрыться, но это фигня. У него точно есть обычный туз. Очень уж долго думает. Какой-то обычный туз. Ну что, логично. Окей. На 9. Не буду я крыться на туза. Блин. Где ты ее выкопал, эту девятку козырную? Чувак. Ну, здесь, конечно, все плохо. У меня семерка крести. У меня девятка крести. Это фигня. Как-то мне нужно, чтобы он мне... мастил под эти девяток. Да. Не выйдет. Но он не возьмет девятку крестовую, наверное, да? Но вальтов я хотя бы схожу с них. Мы выиграли. Плюс 18 рейтинга yellow. Но вальтов не повесили. А вот теперь вальты со старту. Это хорошо. Карты вообще огонь. А, нет, вальтов мы не подкидываем. Окей, один валет вышел, то есть последние два вальта. Окей, давай 7 на даму. О, блин, с чего ходить-то? Тоже в начале игры нехорошо, когда у тебя такие карты. Ходить нечем. 8 крестовая. На 9, отлично, молодец. Хорошая работа, чувак. Вальтов не дам, дам семерку козырную. О, мой бог, я хожу с королей. Погнали. Нет, я тебе не подкину козырного короля. Ну чё, время тузов пришло. Нет, не подкину. Кройся тузом. Не хочет крыться тузом, странно. Ну, он нам подкинет туза здесь, если я покрою даму. А с другой стороны... Да ладно, пускай подкидывает. Не дает? Жадный? Ну, блин. Жучара. 8 на короля. Знаешь что, на тебе восьмерку козырную, что скажешь? Есть у тебя? Есть, девятка козырная есть. Ну, зато я туза вытащил, пока мы вот этим занимались всем. Окей, 6. Надо брать. Это шестерка в пару к моей шестерке пойдет. Не буду крыться, подождем. Мне нужно не вальтами крыться. Окей, знаешь что, на... Отдаем козырного короля, пофиг. На те же шестерок. Козырного туза точно не даем. Так. У нас есть крестовая дама, две десятки. Ну, 10 надо крыть. 7 на 10. 210. Десятка козырная надо брать. Туза отдавать нельзя. Туз наше все. 9. Ну вот теперь на 10-то, да? Все, десятки у тебя кончились, чувак. Ну и здесь мне нужно ходить с десяток, я думаю. Включая козырную. Валет, дама у меня есть. Ну, валет, правда, вальта я подкидывать не хочу. Как мне отсюда будет? У него дама, у него король козырная. И что-то еще. А, что-то перестало вести. Блин. Ладно, все равно я не буду. Я буду до конца рисковать. Король на туза. Ну и там козыри, да? Там, по идее, козыри. Там дама козырная была. И шестерка козырная. Ладно, с этим чуваком мы не будем играть. Он что, сопротивляется? Викхор. Привет, Викхор. У меня козырный туз есть. Что ты насчет этого скажешь? Что-то как мы без козырного туза вешаем лучше, чем с козырным тузом. Козырный туз мешает. Козырный туз переоценен. Знаешь что, покрой тузом 6 на 10. На самом деле неплохо, потому что я с восьмерок хочу сходить. Нужна ачивка бесстрашный. Покрыть козырным тузом обычную шестерку. Да-да-да-да-да.
Ой, девяточка крестовая, говоришь, нужна. Держи. Крестей-то нет, чувак. Так, ну а у меня пока нет вольтов. И у него крестей нет. Поэтому, знаешь что, на тебе десятку крестовую, раз у тебя крестей нет. Кройся девяткой, а восьмеркой. Ладно. Так, ну и что? Победа. Соперник покинул игру. Сдался. Слабые нервы. Не считается. Сбежал. Он двух вольтов забрал и сбежал. Смотрите. Забайтил. И двух вольтов показал. О, туз на сдаче. Кстати, туза обычно... Туз не может там лежать. Туза замешивает обратно в колоду всегда. Ну ладно. Ничего страшного. 6 на 9. Это много. Наш ход. Так, десятка у меня есть. Ну да, знаете, десятку тогда. Раз есть, так есть. 10 на 8, хорошо покрылся. Вот восьмерочка как раз пришла. Валет крестовый. Знаешь что, валет хорошая карта. 2 вольта еще лучше карта. Теперь у нас 4 вольта. Как красиво. 1 вольта, между прочим, можно спокойно скинуть. Теперь можно крыться козырным. И 2 у нас останется. Восьмерка бубновая, буби. На туза восьмерка. Прекрасно, хорошая работа, чувак. Давайте 10 на 7. Не нужна мне твоя десятка, она некрасивая, мне не нравится. И на даму? Что, дама есть, да? Давай даму под короля бубновую. Какой настырный. Я могу сейчас покрыться вольтом обычным. У меня останется... Тогда мне нужно будет с козырным вешать козырного и бубнового. С козырным... Блин, чувак, тут я должен взять. Что тут сделаешь? Все десятки у него. Жук. У меня десятки есть. У меня десятки есть. Сам мне их давал. Ну и ходим с семерок. Вольты остались у нас. Не-не-не. На тебе семерку козырную. Кройся чем хочешь. Дамой? На тебе даму пиковую бери. На тебе еще одну семерку. Любишь семерки? Вот она. Окей, король козырный есть. Туз козырный на сдаче. Нужно обязательно оставлять. Сейчас будем крыться по полной программе. Я ему десяток надавал, да? Нет, я десятками крылся. Ты просто берешь и ходишь с тузов. Ладно, хорошо. Дальше что? Ну, у меня тузы есть. Дама козырная? Что? Чего? А ты хочешь туза, что ли? Ну, там еще 8 карт, чувак. Ладно. План капкан. Сомбре. Сомбре, это что, из чата, что ли? Это Сомбре Люденс из чата? Подождите, нас джебейтят? Или это просто Сомбре? Он что, смотрит мои карты? 7 на туза. 7 на... короля. Король на... вольта. У меня все еще остаются вольты. 7 на... 10. Так, ну мне нужно забрать козырного туза и все. Как мне его забрать? Сходить с туза? Туз козырный в итоге у него остался. Окей, туз козырный, хорошо. Девятка козырная. Ну, хорошо, чувак. Девятка. По-моему, мне лучше всего королем здесь крыться. И тузом. Ты что там, дама, что ли? Дама. И теперь у меня старшие козыри и вольты. Окей, вольтов повесили. Я не знаю, это Сомбре из чата или нет, о мой бог.
А, нет, дата регистрации 30 мая 2019-го. Не-не-не, нифига, чувак. Это, чуваки, это просто... Это он не только что зарегистрировался. Это ты был, Сомбре? Блин, все же должно быть честно. Ты не поддавался? Не надо стрим снайпить. Это все-таки ты был. А, давний пользователь сайта, понятно. Ладно, спасибо за игру, Сомбре. Спасибо большое, извини, что я тебе вольтов повесил. Извини. Но, окей, Сомбре говорит, что он честно играл. Я ему верю, он один из зрителей, который у нас очень много смотрит давно. Поэтому я верю. Спасибо за игру, классно поиграли. Прикольно. И ты, по-моему, мне подсказывал этот сайт, да? Сайт Пушка. Просто это самый лучший онлайн-дурак, которого я нашел. Все остальные онлайн-дураки намного хуже сделаны. Здесь прям как в шахматах. Рейтинг, вся фигня. Короче, классный сайт. Ну что, поехали дальше. Сомбре я верю. Сомбре Люденсу я верю. Окей, погнали. Следующий бой. Виктор Антипов. Нам нужны дамы. Семерка. Так, 7 на 8, 48. 8 на 7, 35. А, так, черви, козыри. Червей у нас нет, но зато есть уже дама. Дама пиковая, хорошо. Вольты уже нас не интересуют. Можно ходить с восьмерок. Хотя у него там восьмерки есть. Не, восьмерка. 8 на 10, 10 на 8. А, 10 на вольта. Знаешь что, чувак, у меня есть вольты. Окей, у него козырный валет. У нас есть снова туз на сдаче и козырный король в наличии. Шестерка козырная есть. Ну, ходим с вольтов. Дамы нам нужны. Блин, дам выпускать так-то бы нежелательно очень. Но я не думаю, я боюсь еще одну даму выпустить. Будем искать вручную даму. 6 на короля, 6 на даму я не могу покрыться. 6 на 6. Король на туза. Че, еще король? Я отдам козырного короля. Давай, сделай этого. На 9. Искали дам? Не нашли дам. Козырный король остался, это уже хорошо. Спасибо большое, Сомбре, еще раз за игру. Хорошая игра, тактическая была. Окей. Короли есть, дам нет. 8. Да, 8 на 10. Что здесь такого? Все честно. 10. А давай на короля, пофиг. Пускай выходит. Козырный король вышел. Десятка вышла. Ну, честно говоря, нам нужны дамы, как воздух, поэтому. Да и семерки всякие дрыгаются. Я попробую туза просто взять козырного. Не знаю как. Ну, фиг мне. А не туз. Мы точно проиграли, и дам у меня нет. Поэтому. У него там три дамы. Ну, попробую я блефануть. Схожу с туза. Запутаю Виктора. Заставлю Виктора подумать немного. На туза покрыл. Эх. А вот и дама. Там еще козырная. Эх. Возь взять. Пробуем. Так, валет там козырный есть. Я пробую какой-то план-баклан, который не сработает нифига. Ну, если там козырь. Ну, там дама козырная, да. О чем я говорю. Там дама козырная была. Ну, план-баклан быстро сработал бы, если бы дамы козырной не было. Следующий соперник. Юля. А где твои карты? Юлия Ульянова. Добрый день. Так, Юля, твой ход. Мне тебе надо дам вешать. Дама на сдаче, отлично. Мы знаем, что она там есть. Окей, 6 на 7. Крести, дураки на месте. 6 у меня тоже есть. Делимся шестерками друг с другом. Разделение шестерок. Честное. Теперь восьмерками я на туза покрою. Классика. Ну и девятка.
Девятка на десятку. Десятку козырную. Я тебе не отдам десятку козырную. Опа, а вот и дама номер один. Хорошо. Вольты уже не актуальны. Прощайте, вольты. А вот даму мне нельзя крыть. А покрою я десяткой вместо этого. Пойдет. Ну и ходить нам особо не с чего. Вольтов ток. Взяла на вольта. Ага, окей. А что насчет королей? Как у нас с королями? Ну что-то есть у нее, козырей отдавать не хочет. Не дам я тебе еще одного короля, буду держать. Схожу с девятки вместо этого. Ты по королем покроешься? Нифига, не королем, ошибка. Хитра, Юля, хитра. Не так проста. Король крестовый у нее остался. А вот вторая дама, прекрасно. Ну, теперь можно еще одного короля до комплекту, Юль. Че, туза козырного держишь? Да кройся нафиг. Кройся, кройся. Не хочет крыть с козырным тузом. Ну, я буду ходить с тузов. Окей, семерка, сейчас нас будут разносить. Шестерка козырная? Да я знаю. Но с нее же нельзя ходить. Король, берем. Давай, возвращай на родину. Там, где ему положено быть. А вот девяточку, спасибо. Это мы покроем, это мы покроем. Ну чё, вот тебе король обратно. Держи. Хорошо. А, туз козырный, отлично. Окей, дама козырная на сдаче осталась. Король на короля мы можем крыть. У нас все равно старший валет туз. Король на туза. Я сейчас пытаюсь до дамы добраться. Туз. Туз на туз. И я лось. У нее дама козырная. Блин. Не автовын. У нее дама. Она дамой покроется. Ну, я выигрываю, но я не вешаю даму. Если я отправлю в отбой, у меня хоть какие-то шансы есть. Нет, ну, наверное. Ладно, мы выиграем, но это не погоны. Это не погоны. Погоны нужно сходить с двух карт. То есть ты не можешь их добросить. Так что не считается. Блин. Ну, что, давай, Юля, еще раз с тобой сыграем, что ли? Давай, реванш. Юлия Ульянова versus Warlock Revenge. Мисплей? А где там был мисплей? Ну, может, немножко. Я не рассчитал, что я туза не доберу. Окей. Так, держи семерку. Десятку козырную не дадим. Ладно, у нас много мелких козырей, нормально. Дамы нужны. Девятка. О, туз козырный! Девяточку, будьте добры. Юлия, покройте. А валет вот еще тоже у нас есть. Акция, каждой девятке вальта в подарок. Подкидывать мы не будем. И первая дама есть, отлично. 8 на 9. Наверное, нет. 8 на 9, не дам я своих козырей. О мой бог, у нас все козыри. И козырная дама. А вальта я покрою на 10. И на... Блин, у нее там девятки. Восьмерок я ей подкидывал, нет? Давай. Нормально, пойдет. Хорошие карты брать надо. Шесть на валет, почему нет? Десять на валет. Валет бубновый вроде еще не играл. Король. Не-не-не, все нормально. Мы не спешим, у нас туз козырный. Мы сидим спокойно, две дамы есть. Семь на валет. И я буду ходить с козырей. Ты, Юля, вешал вальтов? Нет. Ну, в онлайн режиме мы не будем. В онлайн режиме я вешаю по порядку, но разным людям, потому что, ну... Окей, даму я не могу отдать. А, теперь мог бы отдать, ну ладно. 8 на 10. По-моему. И с туза ходим. Ну а чё, козырей много.
Я думаю, что у нее, наверное, король. У нее, наверное, король козырный, да? Окей. 7. 7 бубновые. Красивая, квадратная. Надо брать. 7. Ух, хорошая карта, семерка. Бери, потом повесишь. Окей. Король на 6. Короли нам не нужны, королей у нас нет. О, шестерочка, смотри. Сейчас в конце колоды просто полный трэш. Не-е-е, никаких тузов. А восьмерка. Фигня мешается. 9 на 9. И вот последняя мешающаяся восьмерка. У нее король козырный. Помним об этом. У меня дама и туз. Ну, не-не-не, не подкидываем сейчас туза. Сейчас нужно покрыться. Что, короля козырного будет кидать? Будет кидать короля козырного без страха и упрека, ага. А если я возьму? У тебя там что, 3 парных, что ли? Или ты байтишь с меня туза? Юля, блин. Юля, Mind Games. Я думаю, что она меня байтит на туза. Да. Окей, туз на туз. И у меня старшая дама король. У нее валет козырный. У нее валет козырный. Окей, дама. Теперь и теперь все. Теперь мы летим, по-моему. Окей, у тебя просто семерка козырная. У нее восьмерка козырная была. Ну, 2 козыря. Мне было не пробиться. Она крыла восьмеркой семерку, и все. Беда. Ну, остались мы. Отбей. Отбей, чат. У нее же король. У нее король. Чего отбей-то? Я ей сам этого короля дал в прошлый ход. Ладно, Юль, спасибо за партию. Не будем мы все время с Юлей играть. Давайте следующего соперника. Гость. Привет, гость. Добро пожаловать в ад, где навешивают дам. Эти дамы в комплекте имеются. Король. Хорошая карта, надо брать. Восьмерка. Ну, давай на короля. Почему нет? А у меня для тебя девяточка червовая, гость. Как тебе у нас на Багамах? 7 на туз. Тузы есть? Тузы есть. Восьмерки? Восьмерок нет. Так, ну у нас тоже козырей нет, поэтому не все так радужно. 7 на 10. Прямо кроет. Где он их берет-то? 6 на даму. Я не могу отдавать даму. Надо брать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас нас по бубям будут валить. О, не буби, отлично. Окей, на короля. И валим шестерки. Шестерки. Как он кроется, все идеально. На 9. 9 козырная, не-не. Окей, у нас есть одна лишняя дама. Ну, запасная. Козырная, это хорошо. У меня все буби. Окей, даму одну надо сейчас тратить. Тут без вариантов. Потому что у меня кроме буби еще нет. На 10-ку козырную. Нафиг. О май бог. На вальта бубнового. Что, буби? У тебя кончится когда-нибудь козырь или что-то? Жесть. У нее там туз козырный. Значит, тузом мне крыться нельзя. Только дамой. Туз. Король, подождите, король, туз, козыри, это робот? Да не,
Просто чувак быстро играет. Ну, когда ты играешь не на погоны, а просто на то, чтобы сбежать, ты намного проще. Что-то на дамах мы подзастряли, блин, время-то прижимает. Верующие, простите. Я пытаюсь. Я старался. Что-то равных соперников нам не может подобрать. Окей, гость. Привет, гость. Буби козыри. Дама в наличии одна есть. Ходим с семерки крестовой. Держи семерку. Так, у нас есть король, валет козырные. Ну, давай на вальта. Почему нет? Окей, 8. На дамах может долго. Блин. Дама выходит. Окей, 8 на... Ну, тузы, короли, без разницы. Давайте попросим тузов уже. Тогда. Валет. Нет, туза... Хотя... На тебе туза пикового. Есть козыри? Неизвестно, да? 9 на туза. На десятку. Мы мелких козырей набрали, это хорошо. 6 на 8. Окей, у нас есть девятка. Можно девятку козырную еще кинуть. Еще одна дама выходит. Козырная. Окей, осталась одна дама в колоде. У козырного он мне все равно никогда не даст, чтобы я ему повесил. Поэтому будем просто пытаться найти даму. Оп. Вовремя. 6. 6 на вальта. Валет. Валет на девятку. Так, ну и вот еще один валет. Ну, здесь, по-моему, нам нужно с вальта ходить просто. Оставляем трех королей. Четырех королей. Четыре короля, чуваки. Окей, на короля. Королей-то у тебя нет. И пробуем до шестерки козырной добраться. Или надо попробовать у него козыри выбить. Найти семерку козырную. Я надеялся, что там что-то хорошее будет. Но нет. Но нет. И теперь он. Окей, королей-то у тебя не будет. У него должна быть десятка козырная. Или она вышла, я не запомнил уже. Вышла десятка козырная или нет? Ладно, посмотрим. По-моему, нет. Неважно. Не вмастил. Ну, там, наверное, козыри, а? Причем два. Там шестерка, шесть туз. Эх. Всем было восьмерку брать. Ну, единственный шанс повесить. Если бы я ее крыл, то точно бы капец. Шансов нет. Голубая змейка. Привет, змейка. 7 на 9. Дама есть. Козырь пики. Козырей нет. Будем искать козырей. Ага, козырная дама. Самая любимая моя дама. Не буду я крыть десятку. Козырная дама. И спасибо. 8 на 10. Спидраним. Спидраним. Время идет. У нас времени мало. Осталось немного. Дамы, короли, тузы. Но нужно, чтобы сейчас... Нужно сейчас... Не мисплеить. 10 на туза. Хорошо. Дама! Берем. Освобождает нам даму. На короля. Хорошо. 7. 7 крести. Дураки на месте. На туза прекрасно. Туза выманили. Шестерка на короля. Да ну что, у тебя король козырный, что ли? Не ври. Окей. 8. Козырь пики. Дама козырная. О, в эту восьмерка козырная. Очень вовремя. Потому что мы сейчас покроемся вальтом. 6. 4 дамы. Супер погоны. Надо это сделать. Окей, 8. 9 на... Блин, супер погон не будет. Окей, 9 на даму, потому что здесь у меня парные восьмерки, разбивать не хочу. 8, может быть, с козырной. Блин, ну я сижу только с дамой козырной.
две карты там остались. То есть, если я его не завалю, он получит вольта. Он в любом случае получит вольта. А нет, я получил вольта. Стоп. 7 на 7. У него козырный король. У меня валет дама туз. У него там не может быть двух тузов. Тузы выходили, да? Два туза не может быть. На короля отбой. Не два туза, чувак. У тебя не два туза. На даму. Отлично, мы это сделали. Дамы. Есть. Ничья? Нифига не ничья. Это погоны, это дамы. Генералиссимус. Есть, дамы есть, погнали, короли. О, хорош. Вытащили. Окей, туз на сдаче, черви козыри. Нам нужны короли. Окей, ходим с шестерок. Ищем королей. У нас есть 15 минут, мы спидраним по полной программе. Король есть один, отлично, 7. 7 на 8. 8 козырную не дам. Буду крыться ей. Шестерка. Короля нельзя. 7. 7 пиковая пики. Пика съела человека. 8. 10. 10. 10. На даму. Дамы уже не актуальны. Дамами можно крыться. Королями нельзя. Поэтому на тебе 8 вместо этого. О, короли есть. Короли есть, козыри нет. Ну, такие мелочи. На тебе восьмерку. 8 на 9. 8 на 7. Хорошо. 6 на 10. 60, 9, 9 крести, дураки на месте, 9 буби, получив бубен. Фигня, не получилось бубен. Но короли есть, окей. 7 на 8, 48. 6 на... 6 на валет. Отличный балет. Окей, у нас есть вольты, у нас есть короли. Есть дамы, короля нельзя отдавать. 10, будем крыть на 10, 10 на 10. И у нас есть туз козырный, окей. Вольты. Дама, подкидываем. Туз козырный. Да, валет. На король. Валет козырный. Не кройся королем, блин. Знаешь что, я не буду забай... Я не забайчусь, давай. 9 на даму. Дама. На туза. А, у него была дама. Я знал, что у него дама. Парная девятка. Эх. Очень близки были, но парная девятка. Ну, королей я мог подкинуть, но смысл, если мне их нужно. Если мне их нужно вешать. Еще раз. Вперед. Быстрее. Наш ход. Девятки. 6. Так, есть козырная шестерка, если что. 6 на 7, 7 на 6. Держи семерочку еще. Десятка. Отбой. Бита, бита, бита. Сколько червей. 6 на 6. Как тебе такая вечеринка? Окей, 8 козырную вытащили вместо шестерки. Семерочка. Абсолютно лишняя, никому не нужная. Окей, нужно крыться. Будем 8 на... Подождите. Жадность это 8. А, 8 на 8 я схожу с девяток просто. Думаю, вот это правильно. На даму. О, короли есть. С козырным. Хорошо. Но крыться я не могу козырным королем пока что. Привет из Екатеринбурга. Я наконец добрался до вас, Россия. Привет, программ Дэд. Добро пожаловать. Welcome to Russia. Что, червей нет? Вау, на вольта, знаешь что? Давайте выбьем у него козырного вольта, пускай. Не буду подкидывать. Мне вольты мои тоже нужны, чтобы корыться. Дама на туза. Дама на семерку. Дама козырная. Туз. Хорошо, давай, хорошие карты. И три карты в доборе.
6. 6 на короля. Король на... У него, наверное, туз козырный есть, но пофиг. Ни одного, главное, оставить. Туз на 7. Что, туза козырного дашь? Не дает. Ну, короля у меня теперь нет, но мы... у нас шансов нет. Там сплошные козыри. Там полная рука козырей. Вот король. Король козырный, чё уж. Вешаем дам по второму кругу. Дамы по второму кругу. Но тут никак не было не завалить. Давай еще раз, чувак. Санса. Санса. Окей, восьмерка, держи. Нам нужны короли. Король козырный у нас есть. Восьмерку козырную не дам. 6. Что у тебя будет? 6. 6 на даму. Дама. Дама в наличии. Дама. Дама на 7. 7 на дама. Оп. Туз козырный пришел. Отлично. Так, ну и мы хотим сходить с парных, наверное, с девяток. Не. Нормально, меня устраивают мои козыри. Королей нехватка, тут я ничего не скажу. 6 на 8, 48. 8 на 9, 39. Вау, 10, валет, король, туз. Нет, козырного. Блин, королей выпускает. Гад. Валет на валет. Окей, нужно обязательно пытаться найти короля. Валет на 10. Королей нет. Надо выманить у него короля. Одного. У нас победа. Есть, нам нужно выманить короля. Нужно, чтобы он под меня королем сходил, и мне нужно взять. Давай, чувак, король. Это нифига не король. Че ты с него ходишь-то? Только туза не бери этого. Окей, ходи под меня с короля. Окей, мы берем короля. Король на дам. На туза? Че у тебя там? По-моему, тузы все вышли. Дама. Короли! Мы это сделали. Нет. Окей, остались тузы. Вперед. Туз есть. Туз козырный есть. 6 минут. Быстрее. Окей, ну, тузы. 6. Козырную не дам. Обычную оставьте мне. Окей, чувак, ходи под меня с тузов. Тузов будет сложно получить, потому что все тузов копят, никто с тузов не ходит. У тебя валет козырный, что ли? Окей. 6. Крестовая. А, Саца, это тот же чувак. Окей, он ходит, да, спокойно. Спокойно на даму. 7 на даму. Дама есть, да? Ну, буду брать, если есть. Нет, тогда восьмерки. С меня восьмерки, с тебя десятки. С меня десятки, с тебя короли. Окей, 2 туза есть козырным. Это хорошо, 8 на вольта. 3 туза есть, окей. Туз козырный активирован. Теперь его можно разыгрывать. 4 туза есть. Ну, много тузов, ничего не скажешь. Знаешь что? 4 туза, я беру даму. Четыре туза — это погоны, это супер погоны. 3 не погоны, 4 погоны. Да, мегапогоны считаются, они в реале считаются. Мегапогоны. Но не будет мегапогон, потому что мне нужно отбиваться сейчас. Не получаются. Мегапогоны надо только в самом конце, если... Блин, десятка парная, но все равно фигово.
Он сейчас козырей набирает, там жесть. Дама козырная, наверное, у него есть. Но тузов я тоже не отдаю. Нельзя. 7 козырную. Ну ты, блин, даешь. Ладно, кроемся козырным тузом, пофиг. Будем пробовать отбиться. Окей, у нас есть король козырный. Он сейчас старшая карта. Так что 10. На 10. На даму. Дама. Дама козырная. На короля. Тузы. Выполнено. О, да. Вот так вот мы это делаем. Вот так вот. Вот она победа, верующие. Это победа для вас. Те, кто верил, это для вас 3 минуты. С шестерки до туза. Speedrun any percent world record. Оу, детка. Изи, ноль проблем. Отлично. Да, если что, мы играли на Logic Games SPB. Вот. Так что здесь вон куча игр есть, логические игры, Logic Games SPB, тут вон всякое есть. Хороший сайт, Киберспорт, король дураков залогинился. Вот, а говорила мама, ничего не добьешься, говорила мама, все эти игрушки, это все фигня, ни к чему это не приведет. Нет, мама, вот для чего я живу, вот для этого, вот для таких побед. Мама на самом деле такого не говорила. Мама смотрит стримы. Мам, я шучу, это просто комедия. Ломаю комедию. Мама такого никогда не говорила. Мама меня всегда поддерживала. Но в любом случае, победа. Король дураков здесь. Официальный титул короля дураков принадлежит нам с вами. Вперед за новыми победами и новыми приключениями.